Находчивость. Мы с Вовкой сидели дома за то, что разбили сахарницу. Мама ушла, а к нам пришел котик и говорит: давайте играть во что-нибудь. Давайте в прятки, говорю я. Ух ты, здесь и прятаться негде, говорит котик. Почему негде? Я так спрячусь, что ты вовек не найдешь. Надо только находчивость проявить. А ну-ка спрячься, найду в два счета. Котик пошел в коридор и стал считать до 25. Вовка побежал в комнату, а я в чулан. А в чулане лежала рогожка. Я залез под нее и свернулся на полу комочком. Вот котика сосчитал до 25 и пошел искать. Вовку он сразу нашел под кроватью и стал меня искать. Обыскал всю комнату и кухню, зашел в чулан, остановился возле меня и говорит: тут кастрюли какие-то, стул сломанный, рогожка старая, никого нет. Потом вернулся в комнату и спрашивает: где он, ты не видел, Вовка? Может, в шкафу сидит, говорит Вовка. Ну-ка, крой шкаф. Нету. Может быть, в буфет забрался? Нету. Куда же он делся? Знаю, закричал Вовка. Он в сундуке. Правильно, больше ему негде быть. Как мы раньше не догадались. Они подбежали к сундуку и принялись открывать крышку, но она не открывалась. Закрыта, говорит котика. А может, он изнутри держит? Они стали стучать по крышке и кричать: вылезай. Давай перевернем сундук, говорит Вовка. Ну-ка, подхватывай с той стороны. Разом. Бух, сундук перевернулся, даже пол задрожал. Нет, наверное, его там нету, говорит котика. Не может же он вверх ногами сидеть. Должно быть, он в кухне, под печкой, говорит Вовка. Они побежали на кухню и стали тыкать кочергой под печку. Вылезай. Теперь все равно попался. Я на силу удержался от смеха. Постой, говорит Вовка, я, кажется, кого-то поймал. Ну-ка, тащи его. Сейчас засыплю кочергой только. Есть. Ну-ка, посмотрим, кто это. Тьфу, старые валенки, где же его искать? Не знаю, я не играю больше. Выходи, закричал котик. Игра окончена. Не хочешь, ну и сиди себе. Они вернулись в комнату. Может быть, он в комоде, спрашивает Вовка. Послышался скрип. Ну что ты ищешь в комоде? Разве в ящике спрячешься? Рассердился котик и пошел в коридор. Почему не спрячешься? Надо проверить, ответил Вовка. Он долго скрипел ящиками и вдруг закричал: котика, иди сюда. Нашел? Отозвался котика. Нет, я не могу вылезти. Откуда? Из комода. Я в комоде сижу. Зачем же ты залез в комод? Я хотел проверить, можно ли спрятаться в ящике или нет. А ящик перекосился, и я не могу вылезти. Тут я не выдержал и громко расхохотался. Котика услышал и бросился искать меня. «Вытащи меня сначала», — взмолился Вовка. «Да не кричи ты, я не разберу, где это он смеется. Вытащи меня, мне здесь в ящике страшно». Котика выдвинул ящик и помог Вовке выбраться. Они вместе побежали в чулан. Котика споткнулся об меня и упал. «Еще эту рогожку какой-то дурак здесь бросил», — закричал он. И со злости: «Как? Хватит мне ногой!» Я, как заору, вылез из-под рогожки. «Ты чего дерешься?» Он увидел меня и обрадовался. «Ага, попался!» И побежал в коридор. Палочка, выручалочка, тра-та-та, тра-та-та. Я говорю: можешь не тра-та-такать, я не играю больше. Это не игра, чтобы драться. Прихожу в комнату, батюшки, все разворочено, шкафы открыты, из комода ящики вытащены, белье на полу кучей, сундук вверх дном. Пришлось нам целый час после этого убирать комнату.